Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале Серебряная Лилия Уфа. Сегодня хочу с удовольствием показать новинки. Будет разнообразный обзор с натуральными вставками, комплекты с натуральными вставками. В самом начале видео напоминаю, что по всем интересующим вас вопросам вы можете позвонить либо написать на номер, который вы видите у себя на экране. Можете написать в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграм-канале. В Телеграм-канале мы выкладываем фотографии украшений с ценами. Ссылку на Телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии под видеообзором. Впрочем, под каждым видеообзором у нас ссылка на Телеграм-канал. Начнем. Очень оригинальный, необычный комплект. Это у нас серьги-трансформеры, вставка здесь адуляр, комплект родированный, подвесная часть съемная и верхняя часть, здесь серьги такие самодостаточные, то есть не обязательно носить эту подвесную часть, можно отдельно, либо какие-то другие навесочки можно, но адуляр, конечно, здесь просто такой прям шикарный, космический, радужный. Всеми цветами радуги переливается. Прекрасное занижение штифта. Здесь серьги весят 6,4 грамма, 7400 рублей. Кольцо 17,5 размер, 4300 рублей. Очень такой интересный, необычный, стильный, современный комплект. Следующий комплект тоже очень интересный, очень достойный. Люблю этот комплект, он повторяется у нас периодически с разными вставками. В данном случае это у нас идет бирюза. 8 мм в диаметре здесь круг бирюзы. 4,8 грамм весят серьги 6100 рублей. И кольцо 18,5 размер 4000 рублей. Здесь занижение штифта 2-3 мм. Очень много места для мочки. Прекрасный замочек. Серебро родировано, и вот здесь такая вот идет пескоструйка. Стильный современный дизайн. Шинка сужается, узенькая, не широкая. При желании можно тоже увеличить либо уменьшить размер колечка. Такой же комплект с адуляром, такой же, как с бирюзой. Тоже комплект родированный. Прекрасная здесь иеризация у адуляра. Занижение штифта 2 мм примерно. 5,07 грамм весят серьги, 5800 рублей. Кольцо 19 размер, 4200 рублей. Шикарный, современный, такой стильный комплект. Следующая модель. Здесь у нас тоже адуляр. Адуляр с прекраснейшей иеризацией, прям такие вот настоящие льдинки. Посмотрите, какая прелесть. Они прям прозрачные в этом комплекте. Большая, конечно, редкость, когда вот с такой иеризацией адуляр. 6,4 грамма весят серьги, 6800 рублей. Кольцо 19,5 размер, 4700 рублей. Здесь очень хорошее занижение штифта. Серьги садятся идеально на мочку. Тоже такой лаконичный комплект. Ничего лишнего нет. Дизайн очень даже достойный. Достойный комплект. Следующий комплект тоже адуляр. Но здесь, конечно, прям такой достойный комплект, очень-очень необычный, оригинальный. Посмотрите, какая прелесть, какой здесь адуляр, какая здесь иеризация. Несмотря на то, что даже вот эти вот мелкие вставки, с какой прекрасной иеризацией. Здесь мятое серебро, 3,7 грамм весят серьги, 5800 рублей. Занижение штифта на пару миллиметров. Кольцо 4900 рублей, 17 размер. Но 17 размер, он прям вот впритык, поэтому
Удобно, конечно, будет на 16,5, либо 16,8, вот так вот. 17, вот у меня 17 размер, но мне прям вот впритык. Ну, кто-то любит так носить, конечно, когда прям вот размер в размер. Я люблю, когда немножечко свободненько. Следующий комплект здесь у нас шикарный гелиотис, причем довольно-таки крупный. Его, конечно, в этом комплекте хочется разглядывать как картину. Настолько красивый гелиотис подобран в этом комплекте. Радированное серебро. 6,2 грамма весят серьги, 4950 рублей. Здесь прекрасное занижение штифта. Кольцо 18,5 размер, 3350 рублей. Волшебный комплект. Ну, очень такой прям достойный. Дизайн очень такой интересный, современный. Бесподобный комплект. Так, следующая модель. Это у нас празиолит. Размер кольца здесь 17,5. Черненое серебро и празиолит в огранке. Тоже очень такой интересный, оригинальный комплект. Обратите внимание, кольцо, посадка камня. Такой прям королевский, конечно, комплект. Занижения штифта практически нет. 1 миллиметр, наверное, здесь. Ну, 2 максимум. 9,3 грамма весят серьги. Цена за комплект 10 800 рублей. Размер 17,5. Но здесь у колечка очень такая интересная, во-первых, шинка. Здесь место есть под кастом. И поэтому вот я на свой 18 надела. Колечко спокойно село на 18. Здесь есть место под шинкой, получается. Очень так интересно, оно и на 17, 17,5, 18 прекрасно садится колечко. Так. Следующий комплект, это у нас цитрин. Такой комплект у нас уже был, но немножко в других цветах эмали. Здесь каждый комплект, конечно, каждый раз по-новому. Эмаль была у нас какая-то более светлая с розовым оттенком. В данном случае больше такого фиолетового цвета. Очень такой нежный, сочный комплект. Здесь цитрин в огранке. Прекрасное занижение штифта. 10,6 грамм весят серьги. Цена за комплект 12 400 рублей. Такой прям сказочный комплект. 18 размер колечко. Так, так вот хочу показать вам в просвете, как будет выглядят серьги. Смотрите, как они красиво смотрятся. Они еще и асимметричные. На одной сережечке бабочка сидит, на второй стрекозочка. И кольцо на колечке тоже стрекозочка и бабочка. Шикарный, да, комплект. Такой вот прям летний. Следующий комплект тоже празиолит. Здесь черненое серебро, асимметричные серьги. Смотрите, какая милота. Очень такой эффектный, добротный комплект. Шикарный празиолит. И вообще фактура серебра очень такая оригинальная. Шикарный дизайн. 16,5 грамм весят серьги. Цена за комплект 13 400 рублей. Празиолит в огранке. 18,5 здесь размер кольца. Шикарно и стильно. Такой стильный комплект. И такой же комплект с цитрином. С цитрином. Тоже черненое серебро. Очень достойные модели. Мне очень, конечно, они нравятся.
Также в огранке, цитрин в огранке. 13 400 рублей цена за комплект. Серьги 16,8 грамм. 19 размер колечко. Так, следующая модель. Серьги с цитрином. Такие вот длинные серьги с цитрином. Штифт занижен на пару миллиметров. Здесь такие прям хорошенькие, крупные цитрины. 7,6 грамм весят серьги. 4950 рублей. Радированное серебро. Серьги на цепочке. Они без комплекта. Также отдельно серьги с аквамарином. Шикарная модель. Посмотрите, какие красивые, чистые аквамарины. Радированное серебро, занижение штифта на пару миллиметров. Здесь 5,3 грамма весят серьги. 4000 рублей. Есть на цепочке аквамарины. Здесь уже тоже радированное серебро. И вот эти шарики — это горный хрусталь. 4400 рублей. И сюда же есть еще одна модель, тоже на цепочке. Так, вот они. Немножечко отличаются, чуть-чуть, но тоже очень яркие, красивые аквамарины. 4400 рублей, 7 грамм весят. Так, далее. Что тут у нас? Перит, перит. Так, тоже серьги на цепочке. Яркий такой эффектный перит. Хорошее занижение штифта. Радированное серебро. 4000 рублей. Серьги весят 15,2 грамма. Следующая модель. Тоже перит. Здесь серьги весят 6,2 грамма. 3500 рублей данная модель. И еще вот такая вот есть модель, тоже 3500 рублей. Вот они такие вот очень интересные. Это перит. 3500 рублей обе модели, за каждую модель. Так, следующая модель — это у нас карборун. Посмотрите, какая прелесть. Здесь штифт занижен также, да? Вставка гематит. Гематит. Девять и два грамма весят серьги. 4400 рублей. Так, с малахитом. 3600 рублей. Вот такие есть. На цепочке. Это тоже радированное серебро. Очень красивый малахит, конечно. Данная модель 3600 рублей. И есть жемчужинками. Вот такие вот. Жемчуг культивированный и натуральный малахит. Эти серьги 4400 рублей. 7,3 грамма. Тоже хорошее занижение штифта. Радированное серебро. 4400 рублей. Для сравнения покажу вам, они вот все друг от дружки отличаются. Это натуральный малахит, и они не могут быть одинаковыми. Поэтому многие из вас, допустим, заказывали с выставки. Если вы ждете, что будут совершенно все одинаковые, конечно же, нет. Видите, да, они все разные. Такого просто быть не может, что они все одинаковые. Следующая модель — это сапфирин. Остались только маленькие. Были, конечно, крупные такие. А здесь хорошее занижение штифта. Тоже радированное серебро. Весят они 6,6 грамм. 5100 рублей. Так, следующая модель — это у нас бирюза. Бирюза натуральная. Тоже серьги на цепочке. Штифт занижен. Радированное серебро. 3200 рублей, 4,8 грамм весят эти серьги. Натуральная бирюза. Так, следующая модель — это комплект с цитрином.
Здесь цитрин в огранке. И серьги идут на петле. Так, так, так. Такая вот петля идет на длинной ножке. Завальцованный цитрин. Для тех, кто боится потерять, здесь уже вот силиконовые заглушечки идут в комплекте. Цитрин в огранке. Здесь не радированное серебро, то есть серебро без покрытия, оксидированное. 12 тысяч рублей за комплект цена. 10,5 грамм весят серьги. Кольцо 18 размер. Эффектный комплект. Очень такой стильный. Посмотрите, какая шикарная огранка. Безупречный комплект. Просто такой вот восхитительный. Следующий комплект. Жадеит. По-моему. Да, жадеит. Тоже очень такой интересный, необычный комплект. Очень оригинальный дизайн. Завальцованный жадеит. 9,9 грамм весят серьги. 9600 рублей цена за комплект. 19 размер. Тоже занижение штифта около 3 мм. Очень такой интересный оригинальный комплект. Так, следующая модель. Это тоже у нас празиолит. Здесь черненое серебро, асимметричные серьги, в комплекте серьги и кулон, брошку. Нет, это кулон. В комплекте кулон. Празиолит. И очень такая интересная, красивая огранка. Видно, наверное, да, вот там в просвете. Я думаю, что это, наверное, ну, стрекозочка, может быть. Серьги здесь у нас весят 11,6 грамм. Хорошее занижение штифта, где-то 2-3 миллиметра. 7300 рублей серьги. И кулон 7700 рублей. Вставка празиолит. Так, следующая модель. Серьги кактуса. Цена 3000 рублей. Тоже асимметричные серьги. Это эмаль. Серьги весят 4,7 грамм. Штифт занижен на пару миллиметров. Очень такие аккуратненькие сережечки. Так, комплект с хризолитом. Хризолит натуральный, природный. Здесь комплект радированное серебро. Тоже очень такой интересный, своеобразный комплект. Хризолиты, кабошончики. 5,5 грамм весят серьги, 7500 рублей. Штифт занижен на пару миллиметров. И обратите внимание на сам штифт. Он такой дугообразный, за счет чего серьги вперед не провисают. Колечко 5000 рублей. Размеры из 19 и 19,5. Такой хороший, своеобразный комплект. Следующий комплект — качели. Очень нравится мне этот комплект. Здесь серьги. Вставка здесь фианиты, голубенькие. Ну да, аквамариновый цвет. Фианит и цвет аквамарин. Тучки, облака. И на облаках качаются такие вот котики. Очень такой оригинальный комплект. Здесь серьги весят 11 грамм, 5400 рублей. И к этим серьгам есть вот такой вот кулон, вернее брошь-кулон, тоже качели. Очень такой милый комплект. 12,3 грамма весят
весит брошь-кулон 6000 рублей. Здесь ушко довольно-таки крупное, и на цепочку, и тонкую среднюю можно, да, и как брошечку носить. Достойный такой комплект, прекрасное фактурное серебро. Следующая модель. Здесь у нас кулон. Кулон. В данном случае это у нас вставка цитрин. И у кулончика, у ящерки. Кто это у нас? Ящерица. Подвижный хвостик. 5000 рублей. 7,5 грамм весит в среднем. Этот почти 8 грамм. Это кварц. Кварц. Тоже 5000 рублей. Очень оригинальные, конечно, кулончики. Вызывают однозначно улыбку, умиление. Следующая модель. Это брошечки. Вот такие вот коромысла. Тоже такие достойные броши. Ну, конечно, очень оригинально. Передают, конечно, и русскую самобытность. Я не знаю, у нас тоже, у мусульман, это коромысла всегда были, да? Даже мне перепало носить воду в детстве, в глубоком детстве, можно сказать. 11,5 грамм весит данная брошь. 5500 рублей. Здесь розовый фианит. Розовый фианит. И такая же есть брошечка. Здесь у нас уже... Сейчас посмотрю, что тут у нас. Лаванда. Фианит лавандового цвета. Здесь прям настоящая водичка, да? Ой-ой-ой. Держать ее неудобно. Красивые, очень красивые, настолько оригинально, настолько вот выполнено, все детально проработано, прям настоящее коромысло. 5500 рублей. Следующая модель, наши любимые герои из мультиков, из сказок. Это наша любимая бабьёшка со своей ступой и домиком на куриных ножках. Это у нас серьги, замочек полупетля. 9 грамм весят эти серьги, 4500 рублей. И к этим сережечкам есть брошь-кулон. Это, конечно, просто произведение искусства. Посмотрите, какая прелесть. Ножки подвижные. Котик даже на крыше. Это брошь-кулон. Ушко крупненькое. 13 грамм весит данная брошечка. Брошь-кулон. 5900 рублей. В этот раз очень мне понравились вот эти вот кокошники. Серьги-кокошники, Снегурочка, кто это? Русская красавица. Штифт здесь занижен на пару миллиметров. Очень интересные, оригинальные серьги. Они почти 14 грамм весят, 6400 рублей. Это уже черненое серебро. Посмотрите, как красиво. Очень-очень. И вот это вот серебро выполнено, видите, да, такие шарики серебряные. Издалека кажется, что это мелкие жемчужинки. Очень красивая дизайнерская работа. Еще одна модель тоже очень мне понравилась. Это лунница. Лунница у нас всегда разнообразие бывает. Хорошая такой этот выбор такой хороший. А тут вот эти вот модели мне очень понравились. Подобных еще не было у нас. Тоже черненое серебро. Все мы знаем, да, что лунница это очень сильный женский оберег. Здесь замочек тоже полупетля, черненое серебро. 12 грамм весят серьги 5500 рублей, кулон 3100 рублей. Ушко тоже хорошее, на тонкую, среднюю цепочку.
на круглую толстую тоже можно. Подойдет хорошо. Красивые. Оригинальные лунницы. Так, следующая брошь. Кулон тоже такой вот котик висит на зонтике. Крупное ушко. Шикарный как кулон носить и как брошечку. Просто вот произведение искусства. Прекрасное фактурное серебро. 15 грамм весит брошечка. 6600 рублей. Так, следующая модель сережечки. Это у нас дюймовочка. Посмотрите, какая прелесть. Не взять эти серьги, конечно, я не могла. Дюймовочка, я не знаю. Это, мне кажется, сердце каждого из нас. Это такой мультик был, который смотрели, я не знаю, миллион раз, наверное, да? Дюймовочку. И здесь, посмотрите, вот эта вот подвесная часть, она такая интересная, стебелечек. Шикарно. 7,8 грамм весят эти серьги, 4350 рублей. Занижение штифта есть хороший, 2-3 миллиметра. Прелесть. Такие прям добрые чувства возникают при взгляде на эти серьги. Следующая модель. Смотрите, здесь луна, дом и это пара, да? Мужчина и женщина. Так, встреча называются эти серьги, кстати. 9,6 грамм весят серьги, 4750 рублей. Замочек здесь полупетля. Очень оригинально. Так, и еще один комплект на сегодня. Это у меня совушки. Жемчуг здесь, жемчуг барокко. Очень оригинальное, необычное исполнение. Совунья наши. Очень интересно выполнено. 12 грамм весят серьги, 8400 рублей. И кулон 3800 рублей. Здесь довольно-таки крупное ушко. Хорошее такое добротное. Кулон весит 5,2 грамма. Очень интересный комплект. На сегодня все. Я очень надеюсь, что вам понравились наши украшения, наши новинки. Будем рады вас видеть у себя в магазине и на страничке в соцсетях. Всего вам доброго!